Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Нези, и мой я, друг... Эмеральд. Мой друг Эмеральд, который уже измазался, стой. Чем я мог измазаться? Вот стой, у него... Да, не верти головой, у него на голове, короче, на лбу какая-то хрень, вот, типа, вот, чё пиксельная. Это? Ладно, пойдем. И, собственно, в этой серии мы будем изучать с вами море. Изучать море, заниматься дайвингом и, короче, летние приключения, только еще круче. Давай, иди сюда, Эмеральд. Только в этот раз я на пляже, а так, не... вот, собственно, раз, резиновая шлюпка и два, садись. О, резиновые шлюпки, вот это и nice, давай, вот это. Плыви за мной. Так, ребят, там у нас уже корабль есть, вон. Только мы плывем за Нези. Ой, господи, ты что меня разрушил? Ой, извини, я случайно, я не как знал. Как я ее пофикшу? Там акула плывет. Назад, нафиг! За мной! Бери! Лодку бери! Я тебе кину сейчас ее. Какую лодку? Вот, бери! Куда я уплыл? Во. Во, нормалек, все, смотри, я всплываю. Классно. Бульк. Вот так вот просто. Все, погнали. Я просто похлопаю такому трюку. Давай, Эмеральд, пошли. О, это акула. Не туда, не на акулу. Не туда поплыл, вот зараза. А, сколько тут акул, твою мать? Че, у них прилив, что ли? Их слишком много как-то тут. Их жесть, как они... много. А, уйди, они зараза. Они кусаются? Они кусаются. О, нет. Они лодки ломают. Уйди. Пока мы на лодке, они нас пока не тронут. Хорошо, что я взял с собой старую, добрую деревянную лодочку. Да, а то бы я... Ноу! Уйди! Давай на этот остров. Давай. Тут акул, правда, много. О, смотри, железная руда. Круто. Давай, о, да, давай прифартую. Давай. О, Крабовский. О, это же Крабовский. Черт. Поврежденная резиновая. Офигенно. Ты что, сломал ее? Да. Черт, а я застрял, погоди. Супер. Тут есть, кстати, во, все, синий я... Крабовский из опасных приключений. Что он тут делает, да я черт, не знаю. Погоди, мне надо сдохнуть. Окей. Напал. Я не вижу тебя. Что? В смысле меня не видишь? Да, в прямом. Ну сейчас я появлюсь. О, появился. Так, давай продолжим. Во. Давай ломаем. Ты продолжаешь? Да, конечно. Так, давай заново лучше. Итак, все, я отлагал. Мы продолжаем. Замечательно, просто у нас все. Правда, у нас тут вечереет слегка, но я думаю, мы переночуем на этом острове, и все будет отлично. Да, вот неплохо было бы, если б. Кстати, остров довольно-таки неплохо напоминает. Они к нам плывут, акулы. И честно говоря, он напоминает очень сильно Stranded Deep, как раз таки классический. Угу. Тут у нас такие пляжи, все в клее каком-то. Это не клей, это типа. Ну, это по-английски клей просто. Ну смотри, тут крабики. Крабовские. Так, окей. Офига у него клоза. Тут у нас почему-то ничего нет, вообще на самом деле. Одни джунгли. Да. И солнце тут какое-то изогнутое слегка. Чё-то оно, да. Не, нормальное солнце почему? Нормальное? В смысле оно нормальное? Оно не нормальное никакое. Или у меня шейдер-пак такой непонятный. Не, у меня шейдеры эти, а эти. Которые, ну, не лите, а лигхты. Лите. Литий-ионный, еще скажи. Так, а тут еще камень. Да, в принципе, можем пока что построить себе временное пристанище из камня, чтобы тут пожить. Из камня, в каменном веке будем жить. И такое все. Кайф, сейчас бы пожить в каменном веке. Стоп, а как мы, блин, определим, куда ползти? Куда ползти, куда идти? Ну, не знаю. Я думаю, мы... А, вон там жили. Я думаю, мы сделаем немножечко побольше прорисовку, хотя у меня она и так нормальная. Да не, она 8 нормальная. Так. Вон туда мы плыли, смотри. Да. Нифига себе, сколько тут акул. Вот ты я посмотри, просто. Ты посмотри, сколько их тут. Да я вижу, как грязи их. Как водоросли в некоторых морях. Так, сейчас мы их всех залупим до смерти. Давай. Так, я тут немножко их... На, получи. Получи, говорю. Получи. И ты получи. Что-то они не умирают вообще. А, вот умирают. Умирают? Тут так круто.
Так, сейчас убью. Блин, факел нужен очень. Сколько зубов? А слушай, зубов прикинь, сделать? Под водой, Ой, извини. Под водой, короче, светлее, чем на улице. Точнее, не на улице, а в мире. Я понял, да. Ой, это типа X-Ray, вон видно вот так. Очень круто, на самом деле. Ну-ка, акул... Так, я так очень легко сейчас их завалю всех. Вот, замечательно, завалил. Акула. Может, вообще поплывем обратно вот так вот, без лодок? О, смотри, тут скат тут есть. Какой скат, где? Вот скат, реально. Где? Вот, видишь скат? Я не вижу. А, вот, есть, реально, смотри. А он не жалится вроде. Давай его убьем? Да, ну, блин, давай. Почему бы нет? Сейчас током еще ударит, не знаю. Да не ударит, вряд ли. Ой! Ой-ой! Задыхаешься? Я задыхаюсь. Я забыл, что тут можно задохнуться от воды. То есть в жизни, да, ты будешь плавать, и тебе нормально будет. В жизни у меня есть акваланг. Что мешает скачать? А, сколько акул, нафиг, я на берег. А я всех завалил уже почти. И плыву обратно. Блин, а что можно реально? Так красиво, прям как будто с GoPro нырнул под воду. Реально, что можно из зубов акулы сделать? Может, меч? Не знаю, честно, не знаю. Вот вообще не знаю. Они, по-моему, бесполезные. Как говорил один чувак, ты бесполезен. Да, как говорил один чувак, ты бесполезен. Реально, акулы что-то какие-то... Тут, то ли они, правда, в темноте не видят? Тут, правда, краб очень смешно искажается, знаешь ли. В смысле, искажается? Ну смотри, он под водой искажается. Сейчас покажу. Вот. Так вот искажается. Где? Так, и черт возьми. Черт, я факел потерял. Ой, плохо. У меня нету факела почему-то. Сколько же тут крабов-то этих? Ну. Стоп. Не знаю. Что из них упадет? О, крабовое мясо. Прикольно. Крабовое мясо? Да. Это, наверное, вкусно. О, квас, все, у нас есть еда. Ты так, где? Нет, синего не убивай, он из запасных приключений пришел к нам. Да? Да. Так. Акулы. Ты где? Пошли за мной. А вот я здесь, вот. Ух ты, смотри, это корни такие, типа, или что? Прикол. Прикольно. Походу. Ладно, пошли. Полезем, может, на дерево, как обезьяны, и посмотрим. А, давай, как Stranded Deep, да. Да. Так. Раз, два, давай. Нет, не получается. Эмеральд, походу, горло сорвал, не знаю. У меня просто с горлом что-то сегодня не так вообще. Непонятно что-то. Да. Понятия не имею, что с ним. Я в следующей серии обещаю это исправить. Так, значит... О, знаешь как? Смотри на меня. Ну-ка. Ща. Тут поставлю камеру и вот так вот. Блин! А! А, кстати, мы установили мод, типа... кровяной след остался. Кровь, да, кровавый след. Так, сейчас... Смотри, сейчас, короче, будет крутое очень попадание в море. Точнее, ну как, я прыгну, короче, в море. Ой, смотри. Давай. Вижу. Ой. Что ты сделал? Так. Давай. Раз! Блин, акула что-то вообще не агрится, смотри-ка. Ладно. Может, это катраны какие-то, которые не кусаются? Нереально не кусаются. Стой. Мне надо скрин с тобой сделать, стой. Ю-ху! Блин, не знаю, короче, поплыли на наш остров. Давай, потому что реально тут как-то скучно уже становится. С этими акулами. Так, слушай, может посетим тот корабль, все равно же по пути. А я там уже был, там еще нету. А вдруг-то не тот корабль? А, ну давай. О, смотри, там что-то есть. Где? Или мне казалось? Где? Нет. А, нет, показалось, черт. Я думал, там обломок от корабля. Не, я все-таки посмотрю, мне интересно. Ладно, я там был просто в прошлой серии. Окей. А вот стоп, так, в трюм... Тут железо можешь добыть. Кстати, давай. Так, надо как-то это попробовать добыть. Блин, только тут вот, долго так. Добывать очень это. Ой, черт, кончается воздух. Так, опа. Не. О, все, я успел выплыть. Так, сейчас сделаем тогда подводный карман, так сказать. А. Подводный карман это как? Ну, сейчас увидишь. А, слушай, у меня есть читерский способ. У тебя есть уголь? У меня есть факел. О, давай факел. Ну ты понимаешь, да, что я хочу сделать? Да, я понял. Я тебя понял, твой способ. Так. Так. Сейчас мы построим тут. Стой, меня закрой, да. Меня закрой тут. Подожди, мне надо выплыть.
А то еще задохнусь, знаешь ли. Во. Вот. Стоп, вверх закрой. Все, фу, все, вода ушла, найс. Так, хорошо, так, вода... Теперь открой мне дверь, открой! Во, заплывай через низ заплывай. No! Я умираю. Заплывай, заплывай. Вот, сейчас заплыву, так. Заплыву. Сейчас, все, на давай, факел, закрывай. Факел, дыши. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, меня не бей. Ой. Ну все, мы застряли, поздравляю. Нам конец. Ложись, ложись, я прокопаю. Ура. Ща. А теперь закрываем тут все. Жди. Блин, черт. Сейчас, погоди. Окей. О, вот так. Черт, черт, черт! Факел! Ложись, ложись. Да ё-моё. Так, 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 так сделать надо. И все, все, готово. Ура, 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 наконец-то. Все, сейчас мы будем прокапывать. Все, добыл, добыл. Все, можем уплывать, давай, уплываем. Окей, давай, 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 быстрее, быстрее. Все, железный блок разобрали на железо, как негры. Ага. Все, мы забрали, теперь нам можно спокойно валить. С чистой душой. Хотя нет, мы же... С чистой совестью. Мы как мародеры обокрали. Мы в Майнкрафте, у нас тут все, совесть чиста, тут да. Все нормально. О, уже рассвет, тут слушай. Уже, кстати, рассвет, мы как раз дожили до рассвета, и все у нас прекрасно. Зачем было повторять мои слова? Ну ладно. Просто так, потому что я могу. Так, ой, ой-ой-ой. Так, надо железный блок. Так, а что тут красный факел делал? Да и... В смысле? Чё ты нашел? Не знаю. Нифига себе. Чё это такое за место? Аквариум какой-то. О, стой, наверх, вытащи, вытащи, можно, вытащи. Это моё. Опа. А где? А не получил. Ладно, стоп. Что? Нифига себе, аптечка и маленькая крыша. Сейчас я чай отдам. Мы самолет, что ли, можем построить теперь? Не знаю. Да, видел там двигатель, стоп. О, круто. Крафтинг. Так. Так, я пока пойду пожарю да, крабов. Да, двигатель один есть. Ура! Круто, офигеть, молодец. Слушай, и смотри, так, что это, что вот это такое? Стой. Что? Химикал X. Может, я в тебя кину, не знаю. Химикал X? Не кидай, это, короче, из Mutant Creatures мода. Что-то, о, я не смотри, знаю, корова, давай мне на ней. Нужно, ты чего нужно? У меня, ну, в опасных приключениях вроде как было, я не помню. Стой, по-моему... отойди, отойди. Нет, стой, да. Короче, она заразилась вирусом. Пиздец. Она взорвалась. Бедная корова. Бедная корова. Она не выдержала нагрузки. Нагрузки не выдержала. Так. Engine, ну все, надо еще крылья сделать еще, да? Конечно. Тогда надо нарубить дерево. Погоди, зачем я сюда пришел, напомню. А, я же хотел крабовые палочки сделать. Какие крабовые палочки? Крабовые палочки, обычные крабовые палочки. Так, значит, сейчас я как раз таки сделал. О, у нас есть стейки. Тебе нужна еда? У нас есть дерево. О, есть. Тебе еда нужна? Еда? А, да. Не, ну я пока кушать не очень хочу, но на будущее. Так, где стейк? А, все взял? Да вот, я тебе дал. Так. Крыло, ща. Как сделать крыло? Так. Ага, во, все. Я, честно говоря, не знаю как. Во, вот так, смотри. Так. Значит... А ну, покажи. Я тебе покажу. Ладно, короче. Кажи, говорю! Берем две палки, вот так кладем, и между ними, ну, крыло типа два. Это как раз смешно звучит, честно говоря. В смысле? Берем две палки. А что мы с ними будем делать? И растираем костер. Вот именно, вот я о том же подумал. Блин, не. Что? Какие там еще детали должны быть сейчас? Надо пролистать тут. Крыло. Вот покручусь на месте. А, во-во. О, смотри, кекпаш младший загоревший пришел сюда к нам. А вот он. Фига. Ну он тут зеленый, как кек. Он же кек и есть. Так, деревянный. А, ну да. Окей, деревянную эту фигню вот так делаем. Ладно, иди. Так. Деревянную фигню эту делаем. И так, пропеллер. О, у меня как раз одно железо есть. Пропеллер. Мы что, Карлсона, что ли, готовим? Не знаю. Малыш. Привет, малыш. Привет. Привет. Это что, деревянная шестеренка? Не. Так, я пока что залезу сюда и понаблюдаю, что тут у нас есть. А у нас тут есть... Пропеллер еще готов. Пальмовый остров. Пальмовый остров, да.
Так, так и такое красивое солнышко. Такое прекрасное, особенно с этим шейдер-паком. О, а знаешь, как делать эту? Да. Кокпит. Типа, седло. Что это такое? Седло. Надо, короче, лодки сделать. Две лодки и вот так поместить, да? Ну ладно. Давай, показывай мне, что же это за вещь-то такая. Ну вот, деревянный кокпит. О, ну, слушай, слушай, у нас тут тоже ящички есть. Да? Да. Мы тут можем тоже вещи хранить. Так, сейчас попробуем сделать. Эта кровь почему-то, кстати, не вытирается. И две нитки нужно. Так, Эмираль, нам нужно как-то добыть нитки. А, как нам добыть нитки? Давай подумаем. Что сложно думать. Реально. Не, ну как это, блин. Я не знаю. Надо подумать. Реально. Как-то сложно думать. Ладно, давай соберемся здесь и подумаем. Где мы найдем нитки? На кораблях можем найти. Ну давай подумаем. Сядем, подумаем. Стоп, а мы тот корабль это залутали или нет? Залутали. А, ну не полностью, там в трюм же мы не заглядываем. Так, точно, точно не залутали, да? Помнишь, я просто на корабле был, там нитки были. Нитки? Да. Да я не знаю. Ну я их не подобрал. Да нет, вроде не было. Пошли, пошли. Ну, вернее. Ну ладно, пойдем. Если хочешь, можно остаться. Хотя на самом-то деле я тебе не очень доверю, потому что мы там вроде как все залутали. Не, я трюм не лутал, говорю. А, трюм не лутал? Да. Даже сейчас он не залутал. Нет. Если человек. Ну знаешь, я чувствую себя в каком-то фильме, я тебя каким-то Немо чувствую здесь, потому что плыву какой-то свет в конце туннеля. Только не свет в конце туннеля, а Нейзи. Вот я про вот этот трюм говорил. Может там что-то реально есть? Потому что я видел там сундук, но на одном корабле я нитки видел. Во! Ну давай. А, да! Че, серьезно? Ага. Офигеть. Три нитки. Ой! Давай, 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 плыви сюда. Черт, мне надо выплыть. Ой-ой-ой! Я застрял, и я не могу ничего делать, но зато я не трачу воздух. В смысле, как ты не... А. Вот так, я читер. Хоппа. Ой-ой-ой! Чё? Он заканчивается всё-таки. Фух, я успел. Воздух? Да. Всё. Я тоже успел, погнали. Погнали обратно к нам на остров. Угу. И да. Сейчас... Чё ты там, говоришь, будешь делать из ниток? Ну, крыло самолёта. Крыло самолёта? О, круто. Это просто замечательно. Да. Вернее, не крыло самолета, а это, ну, типа, для самолета что-то связать надо, не знаю. Ну да, типа того. Сейчас сделаем двухместный биплан. Давай, я пока сделаю, точнее, не сделаю, я пока посижу в трюме, тут у нас готов? Такой... Готов? Да. Ну, если готов. Все, сделал. Все, двухместный биплан, все, готов. Почему я там готов? Стоп, ты серьезно, ты биплан сделал? Вот. А топливо мы когда будем к нему? Стоп. А у нас уголь есть? У нас есть еще эти? Вот меня нету. Что? Вот! Уголь! Ну, уголь! И он что, на нем что ли работает? Ну, топливо, да, с помощью угля делается. Слушай, круто. Давай делай скорее. Все, 4. Так. Нам еще железо нужно. А железо? Мы с помощью железного блока. А железо, вот оно. Все, готово. Или же еще вот оно, железо. Все, раз, два, три, 4. Че, мы прям в этой серии, что ли, прям улетим? Я не знаю, но надо построить взлетную полосу. А ты как знаешь, ну, как знаешь, в стрёмных приключениях мы, ну, понимаешь, да? Вот, все сделал, канистру стопил. А, ну да, конечно. Слушай, ну мы уже довольно-таки долго вообще снимаем, поэтому на самом-то деле нам уже, в принципе, пора как бы заканчивать. Ну, не сейчас, давай достроим. Ну, не сейчас, но я думаю, нам чуть-чуть еще достроить можно. В какую сторону полетим? А какую ты хочешь? Давай, думаю, я в эту, она самая подходящая. Какая, туда. Где? Туда, вот туда. Ну, давай. Тогда делаем вот так вот, смотри. Так. Угу. Смотри. Угу. Видишь? Что? Вижу. Короче, самый быстрый строитель в мире. Жесть. Ой. Вот так примерно и в жизни дома строят. Такие, как Эмиральд. Я вообще дома не умею строить в жизни, так что не надо тут. Ты быстрее не можешь, реально. Нет, мышка не позволяет. Чуть-чуть нормально, все с ней. Господи, дай мне топор. Чтобы пожалуйста. Я за тобой почищал. Жесть ты, Эмиральд. Да, да, да. Ну давай строй.
Окей, строить, так строить. Так, ну что можно потратить с железа еще? Хоп, хоп. Не, не получается. Хоп, 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 хоп. Вот так вот. Строим прыжками. Просто прыжками. Нет. Прыжками? А чем еще? Ой, у меня закончилось дерево. Надо убить. Придется его добывать. Как ни странно. Придется дробить. Придется дробить. Так, ребят, я смеюсь, а потом уже буду его рубить. О, какао выпало. Кажется, это не какао. Геральду там плохо. Свои связки порвутся. Я, по-моему, пол своего дома разрушил. Окей. Чё я там за... Я забыл даже, что хотел сделать. Что я хотел сделать? Я забыл, над чем мы угорали. Жиза. Забыл, над чем угорали. До сих пор угораю над тем, что забыл. Ты, мне кажется, над друг другом угораем, над смехом друг друга. Могу. Так, я поставил биплан, надо его заправить. Да. Сейчас собирай пока шмотки всякие нужные, пускай да. Пока заправляется нет, он. Нет, с собой, я, у меня такие законы, знаешь, все свое ношу с собой, поэтому у меня все свое с собой. Понятно. Да. Так, Эмеральд. Эмеральд, ты где? Я у себя в шлюпке, точнее, в шлюпке, в трюме. Ты все собрал, да? Да, я все собрал, у меня, в принципе, нечего было собирать. Так, у меня все с собой. Так, ну что, это пипончик наш? Так. Серьезно? Да ладно. Да ты шутишь. Стой, погоди, а чё у тебя ник так дергается? И ты за шейдеров, что ли? Да. А? Да. А у тебя так же? Да. У тебя он пиксельный у меня, да? Да. Короче, надо все собрать вот это вот. Эмеральд. Все. И вот это даже сруби. И все, давай. Готов? Я всегда готов. Все, готов, да, точно? Да. Фу. Поехали! О, тебя скучно. А, тихо, взлетаем! Да! Мы оторвались! Вот, ура! Ура, мы летим! Фу, Эмеральд, мы оторвались, я думаю, мы не оторвемся. Ура! Мы оторвались, чувак, мы все умеем. Ура! Фу. Итак, друзья, это был вот такой вот летсплей по Stranded Deep. Мы вообще не планировали его продолжать, но вот так вот сложилось. Поскольку вы захотели, мы вам таки сделали. Мы вас любим, наши зрители, наши подписчики. Да. Всегда прислушиваемся к вашему мнению. Что ж, Нейзи, теперь твои слова. А, собственно, как и всегда... О, мы над облаками, кстати. Как и всегда, да. Мы будем продолжать этот... Ну, как бы, из одного летсплея переходить к другому, вот, РП-методами. Поэтому
давайте, чуваки, до скорого, скоро увидимся. В следующем летсплее какого-нибудь. В тех же летних приключениях. Конечно, Нейди там обязательно появится. Да. Ну и в опасных, возможно. Ну и в опасных тоже, конечно же. Ничто, никто не отменял. Да. Что ж, дорогие друзья, а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии и лайки. Всем пока, с вами были Миральд и Нейзи. Всем пока. Пока-пока.